задняя резина вообще просто нихуя не держит. Но зато зад. Зато зад огонек. Заглох. Все-таки решает. Он тоже, но там надо успеть ее, чтобы она крутилась уже. Взлетает вообще налегке. Вообще кайф. Ну здесь инжектор стоит, он экономичнее карбюратора. Ну, сколько расход, хер его знает. Но здесь бак вроде большой. 9 литров вроде. То есть, чтобы мне выездить бак, это, блядь, наверное, сдохну потом уже. Вот в таком режиме. Yeah.
и все, и перестает тянуть, блин, да. Нагревается, ну. Видишь, на второй он вообще, блин, чуть не заглох. Там штырь торчал, я думаю, сейчас будут, блядь, меня шашлык из-за меня. Я тут на Вансе помню, тоже у меня снесло в эту сторону. Я такой, ааа! И тут понимаю, что меня, если я на нем буду сидеть, не хватит. Я его отпускаю, и он так красиво, даже на видосе есть, так хуяк, летит ровненько. На колесах такой пиздрик на бок, оп, и лежит. Еще с Серегой катались. Ну вот, бля, реально, когда вот крутанешь, он прям пью. Вообще, только, блядь, успевай куда-то. Вот за это в эндуро в гонках на нем проще, когда вот ты... В четырехтахника нет вот этих низов таких, которых он прям может... Он заглохнет. Либо надо, блядь, газануть, и тогда будет это... Ну, 450-ка исключение. Ну, 450-ки на соревах они будут кипеть пиздец просто. Я снова лежу! А что, нижнее крепление? Ну. Хуя себе, раскормился, блядь. Правильно, ну, весь сотку, наверное. Я пошел за тобой, блин. Думаю, тоже пройду. Думаю, тоже. Что-то пошло не так. Ай-яй-яй. Это эти, косточки. Да. Не, что по одна, так две. Сразу. Наверное, одна была уже трохи. Так, вроде все целое, чисто косточка, думаю, она.